Для этого витаминного салата нам нужны 2 отварных или запеченных свеклы. Они весят почти 400 граммов. Свеклу натираем на терке для овощей по-корейски, как у меня, или просто на крупной терке. Сразу скажу, что салат будет очень простой, из самых простых и доступных ингредиентов, но при этом очень вкусный и полезный. Дальше возьмем немного пекинской капусты. 100-150 граммов будет достаточно. Капусту, особенно вот эту белую часть, нарезаем как можно тоньше. Так салат будет нежнее и сочнее. Пекинскую капусту может прекрасно заменить молодая белокочанная капуста. В такой салат обязательно добавляем зелень. Немного зеленого лука и несколько веточек укропа. Зелень нарезаем как можно мельче. А теперь простая, но яркая заправка. Для нее беру 3 столовых ложки полезного, ароматного, нерафинированного подсолнечного масла. Можно взять любое другое по вашему вкусу. 2 столовых ложки натурального 5% яблочного уксуса. Вместо него можно использовать лимонный сок. Также прекрасно подойдет. Кладем соли по вкусу. У меня это где-то 1/4 чайной ложки. Также по вкусу черный молотый перец. Я беру щепотку и также 1 чайную ложку горчицы. Горчица у меня острая. Хорошо перемешиваем ингредиенты заправки. Получается такой вот соус. Ну и, конечно, заправляем салат. Видите, все очень просто и быстро. Если свеклу запечь или отварить заранее, то приготовление салата занимает 5 минут. Салат получается вкуснейший, обязательно попробуйте. И я вам рекомендую сразу подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть сразу новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео, пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, мирного неба и крепкого здоровья. Как обычно, прощаемся ненадолго. До следующего вкусного видео.